Здравствуй, мой дорогой зритель. Раз в 10 лет в Китае проходит парад, посвященный образованию Китайской Народной Республики. В 2009 году мир обратил внимание на строевой шаг парадных колонн. Особенного внимания удостоились девушки. Внимание всего мира приковал батальон «Железная роза» Народно-освободительной армии Китая. Интересный факт. В 2009 году во главе парадного расчета шли две студентки-фотомодели Джао На и Чан Сяо Фэй. Это девушки отдельного батальона народного ополчения Пекинского гарнизона. Служба в этом батальоне является предметом зависти для китайской молодежи. Весь личный состав батальона имеет высшее или неоконченное высшее образование. Отбор идет по всей стране. Условия отбора жесточайшие. И особый строевой шаг – это результат их упорного труда. Не исключением стал и парад 2019 года. Для парней и девушек парадных расчетов занятия проходят с утра до позднего вечера в любую погоду. Гордая прямая осанка достигается при помощи деревянных крестовин и иголок. Часами, днями и месяцами отрабатывается четкость движения в строю. Участники парада отрабатывают свои умения до автоматизма. Они могут шагать ровным строем даже с закрытыми глазами. Согласитесь, это прекрасно.